работу! Ты больше никогда в своей жизни не получишь подарки! Нет, ты доиграл сам! Где мой подарок? Отвечай быстрее! Чё творим, про меня зовут царь Геонис и банда всех с наступающим Новым Годом, но не меня! В этом году Дед Мороз отказался приносить мне подарки! И я очень расстроен, особенно после того, как я помог ему уничтожить Гринча! Я уже ранее делал куклу Вуду на это зеленое чудище! И кажется, банда, я его уничтожил! Даже после того всего, что я сделал для Деда Мороза, он все равно отказывается приносить мне подарки! И поэтому, банда, сегодня я очень зол, и я сделал на него куклу Вуду, чтобы с помощью нее заполучить свои подарки, которые я заслужил. Очень надеюсь, банда, что эта тема с куклой сработает, потому что иначе я просто останусь без подарков. Также банда уже ранее заполучил власть Деда Мороза, и могу уже прямо сейчас использовать эту куклу Вуду. Мне не составит труда получить свои подарки. И также, Суприм Банда, сегодня я позабочусь о том, чтобы каждый из вас также получил подарки. Я заставлю Деда Мороза подарить всем подарки. Так что, Суприм Банда, давайте на это видео наберем 30 лайков. И тогда, банда, я в Новый год прямо в полночь проведу прямой эфир, где сниму, как Дед Мороз ложит подарки на Новый год. Это же будет просто нечто, так что будет скорее став лайк. А мы тем временем, банда, привязываем куклу Вуду и начинаем операцию по получению подарков. И, банда, надеюсь, вы готовы. Я и вправду решил использовать эту куклу Вуду на Деда Мороза. Ранее я говорил, что я делаю на Крампуса. Но Дед Мороз не нуждается намного больше, потому что он уже реально обнаглел. Он решил меня оставить без подарков на этот Новый год. Просто посмотрите, я сделал огромную красивую елку, и внизу нету ни одного подарка. Как так? Он отказывается их приносить мне, даже несмотря на то, что я спас его в этом году от Гринча. У них была реально сильная борьба против Гринча, и я спас Деда Мороза. Тем более, даже уничтожил Гринча, что он больше вообще его не беспокоил. А Дед Мороз вот так вот меня отблагодарил, просто стал без подарков. Да и в прошлом видео Дед Мороз вообще хотел меня убить. Я все еще боюсь его. И подарки — это была уже последняя капля для куклы Вуду. Я реально намерен сегодня получить свои подарки. Эй, банда, эту куклу Вуду я сделал вообще не так, как обычно. Я использовал мистическое полотно из живой игрушки эльфа на полке. И да, банда, кукла Вуду пока что не привязана. Вот волос Деда Мороза, просто посмотрите. Это реальный волос Деда Мороза, он взят с его бороды. В прошлый раз я оторвал ему волос, потому что знал, что придет время, я сделаю куклу Вуду. О, банда, кстати, посмотрите, здесь еще волосы Деда Мороза, они остались на елке. Это осталось после того, как Дед Мороз дрался против Гринча, когда ему помог выиграть. Тем не менее, банда, пришло время уже привязать эту куклу Вуду. Окей, банда, я очень надеюсь, что все сработает. И кукла Вуду привяжется, и я заполучу свои подарки. А может быть, банда, мне даже не придется использовать. Дед Мороз и так мне даст подарки, когда увидит ее, он просто испугается. Но все же, банда, пришло время уже звонить Деду Морозу и показывать ему эту куклу Вуду. Окей, банда, я уже звоню Деду Морозу. Очень надеюсь, что он возьмет трубку, потому что я намерен реально получить свои подарки. Он все еще не отвечает. Неужели он добавил меня в черный список? Дед Мороз! Что тебе нужно, Сергей? Где мои подарки под елкой? Или ты забыл про меня? Нет, я вел себя хорошо в этом году. В конце года даже помог тебе уничтожить Гринча, чтобы он больше тебе не мешал. Ты повел себя ужасно и не заслуживаешь подарка на этот Новый год. Убийство — это ужасно. Хоть даже это был и Гринч. В смысле? Ты же сам принимал участие в этой спецоперации по уничтожению Гринча. Нет. Как? Даже не беря то, что случилось перед Новым годом. Весь год ты делал плохие вещи. И больше не заслуживаешь на подарки. Ты больше никогда в своей жизни не получишь подарки. Нет. Окей, Дед Мороз, у меня есть кое-что, что тебе заставит прямо сейчас принести подарки, прямо в этот предновогодний вечер. Тебе ничего не поможет. Я действую по правилам. Плохо ведешь себя, не получаешь подарки. Ты же не получишь их никогда. Да, Дед Мороз, а что ты скажешь об этом? Что? Это кукла Вуду, она уже привязана к тебе. Когда ты дрался с Гринчем, я вырвал твой волос и привязал тебе куклу Вуду. Неси мои подарки быстрее. Никакая кукла Вуду не способна нанести вред мне. О, так ты думаешь, она не сработает? Нет. А как тебе такое, Дед Мороз? На! Да. Ну что? Теперь ты принесешь мне подарки? Либо еще используй куклу Вуду. Я тоже ничего не почувствовала, Сергей. Да, и правду? Тогда получи еще раз. На! В
Слушай сюда, я жду свои подарки прямо сейчас! Приноси их быстрее! Хорошо, я уже выбираю для тебя лучший подарок. О, господи, Панда, это сработало, он отключился! Господи! Вот твой подарок, Сергей! О, черт, спасибо! Я думал, ты уже ничего мне не принесешь! О, господи, интересно, что здесь? Просто жесть, Панда! Что это? Оставь его на Новый год! Нет! Я хочу сейчас увидеть! О, господи, давай-то, Панда, уже откроем его! Мне уже не дописать увидеть, что здесь, Панда! О, господи, я так переживаю! Здесь пусто! Где мой подарок? Ты врешь, у тебя есть подарок! На! Где мой подарок? Отвечай быстрее! У меня нет подарка! Ты врешь! Господи, ты доиграл! На! О, господи! О, черт, я реально его ранил! Просто жесть, посмотрите! Где мой подарок? Скорее отдавай его! Господи, реально его ранил, Панда, с помощью куклы Вуду! Где подарок? О, господи, наконец-то! Просто жесть, Панда, что здесь? Здесь, кажется, что-то есть! О, господи, Панда, что здесь вообще может быть? Айфон, серьезно? Надеюсь, он уже будет, и меня на этот раз не обманешь! Просто жесть! Надеюсь, он будет айфон! Здесь реально айфон, вы это видите? О, господи, Дед Мороз, спасибо! Я знал, ты мне подаришь подарка! О, черт, пусти меня! О, господи, нет, отстань! О, черт, Панда, сумасшедший! О, господи, черт, что это было? О, господи, просто жесть! Все просто вышло из-под контроля, Панда! Я не ждал, что на меня набросится! Такая жесть! О, господи, если не бежит со мной! Просто жесть, он так меня сильно ударил! Господи, Панда, просто жесть, я так переживаю! Кукла Вуду реально работает! Когда я ударил ножом, у него тут был кровавый след! И он дал мне подарок, это iPhone 12! Мне просто в это не верится! Я говорю, что у него нет никаких подарков для меня! Окей, Панда, тем не менее, мне кажется, он все еще в моей квартире! И он теперь захочет мне явно отомстить! У меня в квартире стоят скрытые камеры! С помощью них мы сейчас проследим за ним, что он делает! Окей, Панда, вот эти самые камеры видеонаблюдения! Я очень надеюсь, что мы с ним, что делает Дед Мороз? Кто-то идет! Это Настя? Она же не была дома, в смысле? Она принесла подарки под елку! Просто жесть, Панда! Это подарки мне! Такая жесть, мне просто в это не верится! Она подготовила подарки мне на Новый год! Окей, Панда, если все будет хорошо, то я подарю ей iPhone 12, то, что лежит на столе! Такая жесть! Мне так приятно, просто жесть! Она реально принесла запарил, чтобы я этого не увидел! Дед Мороз, Панда! Это он, посмотрите! О, господи, что он делает? Черт, что он делает, Панда, вы это видите? Просто жесть! О, господи, он забирает айфон! Но он же его подарил, как так? Он реально забрал айфон! Что он делает? Он забирает подарки, которые его только что принесла Настя, вы это видите, Панда? Он их просто ворует! Это жесть, он хуже Гринча! О, господи, Панда, этому нужно 100% что-то сделать! Он не должен все украсть подарки! Я тоже достану видео с помощью куклы Вуду! А ты, иначе он просто все подарки ворует, вы это видите? О, господи, скорее, Панда, нужно все это сделать! Да нахер, Дед Мороз! О, господи, Панда, вы это видите? Он реально получил на еще раз! Просто жесть, он упал! Это жесть, Панда, вы это видите? Он без сознания! О, господи! Господи, Панда, вы видели это? Я вырубил его с помощью куклы Вуду! А ведь я мог его запросто убить! Окей, тем не менее, Панда, он реально воровал мои подарки! Думаю, нужно пойти посмотреть, что он там, как он вообще лежит, и, возможно, еще как-то проверить куклу Вуду! Господи, окей, Панда, аккуратно! О, господи, надеюсь, еще не пришел в сознание, я просто жесть, я реально его вырубил! Окей, Панда, также я позабочусь, чтобы каждый из вас тоже получил подарки, а то иначе он будет лисать на всех вас так же, как и на меня! Господи, Панда, просто посмотрите, он тут лежит! Такая жесть, мне просто в это не верится! Я реально его вырублю с помощью куклы Вуду! Сейчас мы можем еще провести несколько опытов над куклой Вуду! К примеру, Панда, я разрежу горло куклы, и мы посмотрим, как рано появится в реальной жизни! Вот прям напрямую, это же будет просто нечто! Окей, Панда, давайте уже быстрее это сделаем! Господи, Панда, надеюсь, вы готовы, я так переживаю! Окей, давайте просто разрежем горло, посмотрим, как оно будет! Я попытаюсь как-то аккуратно, чтобы не убить его! Просто жесть, Панда! Раз, два, три! О, господи, вы видите это? Просто жесть, у него разрезанное горло, идет кровь! Мне просто это не верится, Панда! Просто жесть, Панда, посмотрите, там идет реально кровь, вы это видите? О, господи! О, черт, он жив, вы это видите? Просто жесть, он очнулся! О, черт! Господи, где мои подарки? Где мои подарки? Верни мои подарки, черт, на тебе еще раз! Быстрее, где они все? Просто жесть! Что нужно сделать, чтобы вся Supreme Panda получила подарки на Новый год? Я
лайк и подписку. О, черт, мама, скорее ставьте лайк и подписывайтесь. А ты проваливай отсюда, возвращайся в новогоднюю ночь. Вон, быстрее уходи отсюда. Просто Джейсон сваливает отсюда, банда. Здесь все мои подарки. Окей, банда, это была полная жесть, я все еще в шоке. Я реально использовал куклу Вуду настоящего Деда Мороза, вы сами это видели. Окей, банда, я также позаботиться, чтобы каждый из вас получил подарки. Ставьте лайк и подписывайтесь, тогда он узнает, кому нести подарки. Так что, блин, скорее ставь лайк и подписывайся. И банда, надеюсь, он вернется в новогоднюю ночь. А также провод комменты с прошлого видео, просто искренне шикарные. Идеальные комментарии. И про подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme банду. Ведь ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. Так что будет скорее всего ссылка в описании. Ставь лайк и про помни одно. Оставайся таким шикарным. Пока!